Алексей Доровских, наш собеседник, капитан команды «Сибсельмаш». Алексей, первое очко на турнире, счет 4-4, упорнейшая игра. Прокомментируй, пожалуйста, матч. Иркутск хорошая команда, накатанная. Ожидали такой игры, что они будут нас поддавливать. Справились, маленько вкатились после вчерашней игры. Енисей на вчера, конечно, оглушился темп, поэтому сегодня было чуть полегче. Постоянно отыгрывались, это тяжело морально? Или не влияло? Небольшой разрыв был, чего постоянно практически в один мяч, поэтому играли у них момент, у нас момент. Не было. Вообще в этой встрече были какие-то вот такие критические моменты, когда казалось, что может быть уже что-то и не получается, и силы оставили команду? Ну, в основном во втором тайме, это, наверное, вот у нас были моменты, не забили. И вот у них в конце вот этот удар был такой, Игорь Долгополов выручил. Вот этот, конечно, все пропустили бы. Вообще такой счет ожидаемый был, потому что, ну, Байкал Энерги, он, в общем-то, и турнир провел в Хабаровске, да, у нас гораздо меньше было льда, и вот, в принципе, игра-то нет, равная. Если говорить, что ожидали мы проиграть, то нет, конечно, не ожидали, мы как бы выходили бороться с ними и сыграли, ну, на равных, я считаю, что они могли выиграть, что мы могли выиграть, поэтому мы знали, что просто они более накатанные, и все. И сможем ли мы выдержать тот темп, ну, не совсем они, может, показались мне тот темп, который мы ожидали. Все. Спасибо. Пожалуйста.